Душевная музыка для прекрасных дам. Ульяновский государственный оркестр народных инструментов вместе с баритоном Сергеем Зыковым готовится к праздничному концерту. Специально к 8 марта солист из Санкт-Петербурга привез романтичную программу под названием «Королева красоты». Несложно догадаться, что репертуар наполнен самыми известными, горячо любимыми хитами советского композитора Арно Бабаджаняна. Его творения заполняли эфиры радио и телевидения, пластинки также расходились миллионами тиражами. «Свадьба», посвящение Муслиму Магомаеву, «Позови меня», «Королева красоты» и многие другие популярные композиции. Сергей Зыков уверен, программа публике понравится. Ну, конечно же, такая музыка, такие песни, они не могут не прозвучать именно в канун и на 8 марта. Потому что это, ну, мне кажется, это самый лучший подарок для всех женщин, дам, девушек, барышень. Обладатель лирического баритона более 10 лет выступает на ульяновской сцене. Гость из города на Неве каждый год приезжает к нам. Художественный руководитель народного оркестра признается, с Зыковым работать комфортно. Он очень легкий на подъем человек, в творческом отношении всегда можно договориться. У нас не было еще ни разу, например, чтобы мы как-то вот... Мы спорим, безусловно, спорим. Я что-то предлагает солист. Это абсолютно правильная, нормальная ситуация. Концерт состоится 8 марта в 15:00 в зале Дворца творчества детей и молодежи. Это музыкальное событие войдет в программу 59-го международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена». Виктория Чиркова, Юрий Конихин, Old Pravda TV.